Всех приветствую. Сегодня картинку чуть-чуть разбавим. Говорящих рук не было, а была эта плавающая собака. Пришли мы тут на дачный пруд. В камышах вон собаку покупать. Что, все уже? Накупался? Ну, ладно. Смех смехом. А нужно показывать ножи. Покажу сегодня вот такой интересный инструмент. Это из Элмакса. Такой ножичек сделал я. Легенький. И по-своему интересных форм. Во-первых, форма лезвия не совсем обычная для меня. То есть тут на ноже рекурва сделана. Но она такая маленькая, чтобы не иметь проблем при заточке. Потому что когда большая рекурва, там хлопотно точить ее. А вот такую легенькую она не слышна даже. И этот. Ну, зато рекурва позволяет, как известно, хорошо где-то вот подрезать, что-то перерезать. Имеется в виду там какие-то жилы, канаты и так далее. То есть по вот этой кривой, когда протяжка делается, то там резко возрастает давление. Ну, понятно, да, вот с этого места, вот эту кривую. И удобно резать какие-то вещи. Ну, я же говорю, там какие-то жилы перерезать и так далее. То есть построгать чего-нибудь, какую-нибудь палку тоже. Ловко заходит. Значит, это Элмакс в толщине 2,5 мм. Вот так, наверное, сделаем получше. Так себе, конечно, картинка, но все лучше, чем этот. На уровне, на фоне какой-нибудь там бумажки. Значит, тут деревянная рукоять. Тоже такой необычной формы. Где-то когда-то я такую встречал у кого-то из мастеров, нахваливал, говорил, что это вообще самое лучшее и лучше не может быть. Ну, это такой вопрос как бы открытый. Ну, рукоять удобная, то есть она здесь как раз впадинка такая под руку, и она такая ухватистая. Сильно тонкий его не стал делать, хотя клиночек какой относительно небольшой. Ну, размеры я уточню, так навскидку где-то 115, он 115, 120, 115, наверное, ближе. На там 25, наверное, и на 2,5. Из Микарты Больстер вставочка, из какого-то там остатков у меня была этот стабилизированная древесина какая-то, и деревяшечка Мирбау. Сейчас солнце зашло, а то оно таким переливается, как шелк какой-то, перламутр, шелк, не знаю, как с чем сравнить. Ну, интересная деревяшка. Ножичек при этом легенький, такой с хорошим балансом. Вот тут где-то примерно где держишься. Ну, такой, ничего лишнего, хороший рабочий инструмент. Ноженки еще надо будет с него только своять. Вот как только с ареста заберу у СДЭКа свой этот, свою посылку с Кайдексом, то и это. Сделаю ноженки, и можно будет запускать. Ну, а кому понравится, то пишите, обращайтесь. А, стоимость его 9000 за нож из Элмакса. Это термички Кивенко. Я думаю, вполне приличная цена. Как мне человек один написал, что это уже этот перебор, такие цены. Это вызов, или как-то не помню, как он написал. А, против системы. С такими ценами на Элмакс в конвексе. Ну да, тут еще конвекс. Конвекс в нуле, я его микроподвод не делал. Ну, при желании могу исполнить. Я думаю, что все-таки предпочтительно будет. Но для, как говорится, любителей конвекса в ноль, пожалуйста, могу и так оставить. Вот такая тут рукояточка. Тыльничек. Ну, пожалуй, все. А мы купаться.